Сейчас существует три типа вакцины. Если спутник Ви и Эпивак Корона можно вводить людям от 18 лет и старше, причем они не имеют верхней границы возраста, то Ковивак ограничен в действии. Им можно прививать лица в возрасте от 18 до 60 лет. Все три вакцины являются инактивированными. Это означает, что они содержат убитый вирус. Поэтому заболеть от самой прививки невозможно. Решить вопрос о том, какую вакцину выбрать, это все-таки задача не только вот самого человека, да, должен обязательно посоветоваться со своим доктором. Собрать доктор полный должен анамнез, оценить состояние человека с хроническим заболеванием, насколько он сегодня компенсирован и готов ответить. Дело не в том только, чтобы ввести вакцину, а нужно еще нам добиться того, чтобы человек вакцинированный действительно создал эту защиту, то есть был эффект от вакцинации. Одними из тех, кому необходимо вакцинироваться, являются люди с онкологическими заболеваниями. Но здесь есть свои особенности. Прививаться должны только те, у кого наблюдается ремиссия и кто уже прошел активную стадию лечения. Остальным лучше воздержаться. Мы не рекомендуем в настоящее время вакцинироваться тем онкологическим пациентам, которые находятся на активной стадии лечения специального. То есть пациентам, которые подверглись хирургическому вмешательству, которые находятся в настоящее время в процессе лучевой терапии или химиотерапии, или таргетной терапии. Противопоказана вакцинация и тем, у кого в данный момент диагностировано острое осложнение сахарного диабета. Как только это состояние пройдет, пациенту сразу же стоит вакцинироваться. Наши пациенты с сахарным диабетом должны в первую очередь вакцинироваться, потому что в условиях коронавирусной инфекции, в условиях хронической гипергликемии, если вирус коронавируса внедряется в организм пациента с сахарным диабетом, он имеет высокую атаку и может привести к тяжелым осложнениям вплоть до неблагоприятных исходов. Не стоит забывать и о том, что соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических норм, ношение масок, перчаток, социальная дистанция помогут предотвратить распространение заболевания. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика.